В первую очередь хотелось бы отметить, что проблема дорог она стоит остро. Дело в том, что они разваливались в течение 20 лет практически. Потом сельское хозяйство пошло на подъем, а дороги, естественно, стали еще быстрее разваливаться. И основная претензия у нас идет к качеству ямочного ремонта, который оставляет желать лучшего. То есть гарантия на ямочный ремонт отсутствует. Это в свою очередь стимулирует подрядчиков откровенно халтурить. То есть подрядчику проще взять большую протяженность дороги, больше средств на это ему выделят, и совершить такой ямочный ремонт, лепешечки называют в народе, когда вот тут наляпали, там наляпали. И вот гарантии, хотя бы вот в течение года, если он будет нести обязательства, то, естественно, у него будет стимул делать дороги качественно. Такие у нас примеры, кстати, даже есть, где вот в частном порядке Белгород. Год гарантии идет на ямочный ремонт дорог. Благовещенск от 2 до 3 на ямочный и даже на дороге малыми картами. Вот. И хотелось бы еще отметить, что, допустим, в Европе это даже контролируют по срокам, делая такие теснения на свежих заплатках, когда асфальт горячий, путем оттиска проставляется дата, чтобы, допустим, заплатка была поставлена такого числа, чтобы отслеживать срок. Гарантии. Вот, пока что вот такие. Спасибо, у нас. Спасибо, Ром. Ну, пожалуйста. Да. Сергей Лушин, Тольятти, Дорожный альянс.